Так, ребята, доброе утро. Как ваше настроение, как ваши дела? Испугались, наверное, что у нас там происходит с Инстаграмом. У некоторых он работает, в том числе у нас. Потому что определенные настройки сделали для того, чтобы оставаться там на связи. Поэтому не теряйте нас, мы продолжаем работать. У нас неплохие результаты. Буквально 2 недели еще не прошло. У нас 12 договоров, это очень даже неплохо. В прошлом месяце именно 12 договоров Анастасия сделала, составила, я имею в виду. Ребят, в вопросе по куда сейчас вложить деньги в сообществе, я задал несколько критериев. Давайте посмотрим, как люди на него ответили. Да, вот вы сейчас на экране видите, что покупка недвижимости в Сочи, либо еще где-то, она все-таки актуальнее, чем, например, покупать, ну, доллары, либо чем покупать, ну, не знаю, там, золото, и чем покупать, допустим, за границей недвижимость, потому что за границей недвижимость меньше всего проголосовали. Я буду дальше вам задавать интересные подобные вопросы, мы будем их обсуждать на нашем канале. А сейчас давайте посмотрим, какие у нас изменения в этапе законченного чернового ремонта в одной из квартир, которую у нас снял Александр. Это вторичка, которую мы вам показывали. Разнесли все, заново сделали планировочное решение, создали новую планировку, новые стены, новые перегородки, новая штукатурка. Блин, получилось очень даже неплохо, даже не ожидал. Давайте посмотрим. Ну, так у нас выглядит этап оконченный чернового ремонта. Ну и давайте пройдемся по квартире, вспомним, какая она была, да, и какие работы здесь у нас проводились, потому что это вторичное жилье, и на самом деле очень много здесь было дополнительных работ, так скажем, в отличие от квартир, которые черновые идут от застройщика. Так, заходим в квартиру. Вот так выглядит санузел. На полу паркет. Здесь щитовая. Так, проходим. Вот это вот получается такая вот комната без перегородки. То есть здесь потолок здесь натяжной. Это вот кухонная зона. Отопление здесь стоит. Вот это кухня. Это балкон, лоджия. Кладовка. И вот такая еще спальная комната. Небольшая. Батарея тоже стоит. Теплая. Так, эти пластиковое окно. Здесь пластиковое окно. Там пластиковое, Саша. Здесь пластиковое окно. И там пластиковое окно. Все. Здесь кондиционер. Первым делом, как вы помните, на стенах у нас были обои, в санузле у нас была плитка, стояла сантехника, на кухне также была плитка, сантехника, да, какая-то раковина. Это мы все демонтировали, выровняли стены по маякам, они здесь были очень кривые, перепаяли всю водоснабжение, сделали канализацию новую, проводку протянули. И на данном этапе, то есть санузел полностью готов к наклейке плитки. Пол также весь ровный, залита стяжка. Далее мы объединили балкон с общей площадью. И у нас получилась такая вот, как говорится, рабочая зона. Да, здесь у нас будет стоять стол. Все розетки предусмотрели, утеплили и обшили балкон. Также здесь стояки отопления также были заменены. И выделили вот такую спальную комнату достаточно приличного размера. Здесь у нас будет установлена кровать вот в этой части. А здесь будет установлен шкаф.
Ну вот таким образом у нас готов черновой ремонт. Стяжку мы залили буквально позавчера. Вот видите, она еще мокрая, подсыхает. Ну и как квартира полностью высохнет, она будет готова к чистовому ремонту. Далее здесь у нас был демонтаж практически всех перегородок, за исключением санузла, мы его оставили. Здесь мы выделили в коридоре вот такую нишу. Здесь у нас будет гардеробная. Далее коридор, откос оконный, весь выровняли, он был кривой, установили новый щиток. Вся проводка в доме, в квартире, то есть заменена полностью. Где необходимо, добавили розетки, выключатели, освещение. Далее у нас кухонная зона, кухня. Здесь у нас ниша под холодильник мы выделили. Здесь будет кухня установлена, такая небольшая. Все выводы необходимые и розетки для нее предусмотрены. Также все стояки перепаивали, радиаторы отопления перевешивали заново. Наши клиенты закупаются вовсю. Привезли нам сюда инсталляцию. Все дорожает, пора делать ремонты. Кстати говоря, я уже говорил в трансляции о том, что у нас есть услуга, которую мы сейчас вводим, и человек, который будет заниматься этим направлением, это закупка, доставка, организация всего чистового материала и в том числе сантехники. То есть, если вы не можете приехать, если у вас нет возможности, или вы понимаете, что это будет дорого вам стоить, пока приедете, пока снимете жилье, когда вы сможете отпроситься от своей работы и так далее, то у нас есть специалист, который будет этим направлением заниматься. Поэтому эту услугу мы добавляем, равно как и доверительное управление, которое у нас есть. Если у вас есть квартира, тоже обращайтесь, которую нужно сдать в аренду, либо если вы хотите что-то снять, тоже обращайтесь. И эта услуга по подбору всего чистового материала вместе с сантехникой будет стоить для вас всего 10 тысяч рублей. Доставка, разгрузка, это, естественно, оплачивается отдельно. Куда все это девать, если хочется уже сейчас? Если вы с нами заключаете договор на будущий чистовой ремонт, а цена там не меняется, потому что не зависит от материалов, она, по сути, как бы, да, не так, как у нас, допустим, черновой материал дорожает, и мы не можем, допустим, точно сказать, какая будет цена фиксированная в будущем, там, к примеру. Вот, то мы, в принципе, готовы с вами заключить договор, вносите предоплату и в том числе оплачиваете услуги, то есть человека, который будет подбирать вам все это, то, что вам нужно для ремонта. 10 тысяч рублей дополнительно. И мы можем помочь вам доставить весь товар в кладовочку, вот в такие места хранения, о которых мы уже говорили. Кстати говоря, наш специалист сегодня поедет, посмотрит, где еще есть место хранения уже в Адлерском районе, а не в центре. Поэтому, я думаю, будем этим пользоваться. Все-таки купить материал по более выгодной цене именно сейчас, а не откладывать и потом заплатить гораздо больше, мне кажется, это выгоднее. Напишите в комментариях ваше мнение. Так, и вы, конечно, скажете: блин, Елисей, одни черновые квартиры, где у вас нормальная квартира уже готова с ремонтом, посмотреть вашу работу. Давайте я сейчас специально переоденусь, схожу, покажу вам квартиру, которую мы уже недавно сделали полностью и даже частично сделали мебель. Проект был дизайнерский, дистанционный полностью, закупался материал полностью здесь. Ну, частично что-то доставляли доставкой, но очень хорошая квартира получилась, хорошая планировка. Давайте посмотрим. Вы оцените, напишите в комментариях, как вам такой ремонт. Квартира с хорошим законченным ремонтом именно нашей компании, которую мы сделали под ключ. Давайте посмотрим, как она получилась. Квартира двухкомнатная, 57 квадратных метров. Итак, давайте посмотрим. При входе у нас здесь есть гардеробная отдельно выделенная. Так выглядят стены здесь под покраску. Также наши партнеры изготавливали вот эту гардеробную. В ней
есть щиток электрических автоматов. Закрывается вот такими двумя створками, шкафами купе. Так это выглядит достаточно неплохо. На полу ламинат. Есть противники, есть любители ламината. Я очень люблю ламинат, тактильно приятно по нему ходить. Смотрите, вот это коридор. Далее вот здесь проходим санузел. Санузел сделан вот такой вот красивой плиткой, керамогранитом. Достаточно сложная работа, потому что вот эта вот целиковая получается одна большая плитка, равно так же, как и вот по высоте следующая. Сделали вот такой вот крючок. Вот здесь установлены счетчики, инсталляция. На полу светлая тоже плитка. Цвет, грубо говоря, вот этой вот плиточки, да? Вот это будет ниша, то есть здесь будут полки. А в этом месте будет установлена стиральная машина, полотенцесушитель здесь, вот электричество. Вот, и вот такая угловая ванная. Светильники здесь вот такие трековые, натяжной потолок. Хорошие, кстати, качественные двери, вот обратите внимание, светлые, белые, бесшумные замочки. И, конечно, все достаточно ровно, хорошо сделано. Плинтуса МДФ, красили белый цвет. Это у нас, заходим, спальная комната, пока здесь отсутствует освещение, поэтому днем специально решил зайти вам показать. И здесь на стенах обои. Здесь вот такое панно. Уже цветовое, да, применено. Установлен радиатор отопления. Вот такая вот хорошая получилась спальная комната. Обратите внимание, что на натяжном потолке установлены багеты, потому что стиль интересный, это дизайнерский ремонт. Ну, то есть сам дизайнер делал под себя вот этот ремонт. Поэтому кому-то что-то нравится, не нравится, тем не менее, именно воплощали с полным дизайнерским ремонтом именно то, как они хотели это видеть. Давайте пройдем далее в кухню. Здесь установлен блок кондиционера. Далее, вот это все, стены тоже под покраску сделаны, кроме вот этой вот части. Здесь уже идут обои. Напольный, видите, какой сделали радиатор. Его применяют как раз, когда есть панорамное остекление. Вот так вот он выглядит. Вровень с, получается, ламинатом. Вот. Вот эти решеточки снимаются для тех, кто переживает, пылесосится, моется. В принципе, проблем никаких. Еще сюда нужно будет установить кухонный гарнитур, то есть вентиляцию. Все мы подвели. Натяжной потолок белый, матовый. Самый простой, мне нравится. Без всяких сложностей. И вот здесь вот сделали карниз. Потому что многие спрашивали, как делается карниз. Как монтируется. Ну и вся сантехническая, конечно же, разводка. Далее пройдем в зал, либо еще одна спальня, кто как ее распланирует. Вот так вот выглядит зал с выходом на балкон. Тоже напольный радиатор. Здесь тоже вот такого орнамента сделаны обои, достаточно недешевые. И вот такой раскраска красивых лебедей с цветами. Квартира получилась светлая. Вы видите, как раз у нас солнечный день. То есть с панорамным остеклением очень даже красиво смотрится. И вот здесь уложили другую плитку, потому что застройщика она была никакая. Все-таки покрасивее. Также нужно сделать будет еще ограждение под там стекло, либо стекло, как выберут. Вот это вот крепление места под кондиционер. В общем, вот такая вот квартира, готовая под ключ, вот нашей компании.
оцените, напишите в комментариях. Если вам нужен ремонт, пожалуйста, к нам обращайтесь, с удовольствием вам сделаем. Работа у нас продолжается. Сегодня составили аж 3 договора. В общем, все хотят успеть вложить свои деньги в ремонт. И вы тоже не тяните с этим, пожалуйста. Я надеюсь, вам понравилась квартира, которую я вам показал, и нашу работу. Оцените ее. Циферки на экране, номер, по которому вы с нами связываетесь. По поводу ремонта, по поводу недвижимости, консультация, пожалуйста. Все это я вам сделаю бесплатно. Желаю вам хорошего настроения, правильного выбора ремонта. Всем удачи, пока.